Всех приветствую на канале Ярославский огород. Тема ролика — яблочное вино, четвертый этап снятия с осадка. Прошло 37 дней с постановки вина. Продукт полностью перебродил. Снимаем с поверхности изюм. Переливаем в чистую емкость без осадка. При желании осадок можно пропустить через два слоя марли, но это очень долгое дело, и я не стал этим заморачиваться. Вино получилось хорошее, но на мой вкус слишком сладкое. Добавлять 1 кг сахара, скорее всего, было ошибкой. В итоге получаем 7,5 литров вина. Оно еще постоит несколько дней, еще раз выпадет осадок, и тогда уже будем переливать в бутылки на вытяжку. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!